О том, какая погода ожидает казанцев в ближайшие дни, узнаете в нашем следующем сюжете. Февраль встретил нас довольно теплой погодой. Последние дни дневная температура составляла порядка минус 4-5 градусов. Несмотря на то, что первая декада февраля по климатическим мерам – это один из самых холодных периодов. В это время среднесуточная температура порядка минус 12-13 градусов. Но в данном случае, благодаря тому, что у нас процесс идет западный, температурный фон у нас выше климатического, градусов на 5-7. Поскольку процесс западный, он является неустойчивым, то в данном случае мы находимся как бы под влиянием такого гребня высокого давления, то обстановка изменится к концу недели. По словам Юрия Переведенцева, мы будем находиться под влиянием циклона и фронтов, поэтому в нашем регионе выпадут осадки, достаточно серьезные, до 10 мм в сутки. Благодаря воздействию арктического воздуха мы будем находиться в тылу циклона, поэтому к концу недели казанцев будет ожидать значительное похолодание. Фон будет ниже климатического, дневные температуры. Температура, по крайней мере, понизится до минус 20 градусов. И, так сказать, так, буквально числа 6, с 5-6 числа, это где-то суббота, уже должна, так сказать, температура понизиться. Арктический воздух будет у нас уже холодный. Елизавета Никитина, Ленар Давлетьяров, Универ Ньюс.